Всем привет! Сегодня решили погулять. Сегодня такая погода хорошая. Не так жарко, так свежо. Прям в самый раз. И не так холодно, и не жарко. Прям хорошо. Вот решили погулять. Туда немножко дождик шел. Гуляем. Наш район. Вот эта улица. Но мы живем на другой улице, вот гуляем. Конечно. На этой улице живет наша подружка. Ее зовут Селина. Селина, если ты смотришь, тебе привет. Мы сейчас по этой дороге мы в школу идем, туда поворачиваем, там еще один поворот в школу. Здесь Алчал, если куда-то идет, вроде как Алчал. Какая красота. Черешня растет. Вот мы пришли домой. Шел дождик. Такие красивые розы стали. Все прямо в капельках. Классно. Вау, посмотрите, какая у нас вишня. Мы снизу все собрали. Только сверху осталось. Ее там на как назло больше, чем внизу. Ну, как всегда.